Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Собираем деньги ребенку. А вы кто вообще? Волонтер. Волонтер откуда? С Одессы. Да? С Белогорьевска. Так, с Одессы или с Белогорьевска? С Белогорьевска. Ну, знаете, а на кого вы собираете деньги? Тамак Виталина Александровна. А этот ребенок где находится сейчас? Дома. Дома? Дома. А где живет? В Белогорьевске. Ну, есть документы. Документы на этого ребенка? Да. Вы понимаете, у нас здесь была уже одна с благотворительной организацией, да? Да. Они собирали деньги на ребенка, на которого уже закончился сбор или лечение закончилось. Как мы можем проверить, что ребенок уже прошел лечение или что? А вы позвоните организатору нашему. Ну это 19-й год. Позвоните нашему организатору, вот здесь номер телефона. Да при чем здесь, Филипп Анатольевич. Откуда же я знаю, кто это? Ну, смотрите, здесь 19-й год, да? Справки, да? Сегодня 21-й. Ну. Вы документами будете пользоваться. Этот документ уже видно, что уже его уже 10 раз. Нет, это он просто намок. Потому что я стою и подождю. Ну, так Мак, Виталина Александровна, это кто? Девочка эта, больная. Где? А вы какое отношение к этой девочке имеете? Помогаю ребенку. Ну с чего? Как это с чего? А как помогают детям? Ну, я не знаю, может быть, вы мошенница. Я мошенница. Ну, вы понимаете, тогда вот эта женщина, которая, они помогали ребенку, которого уже лечение которого закончилось, понимаете? Откуда мы знаем, да, что это он? Да. Ну, а вы кто? Почему? Ну вы мы, я сказали? Вот журналист. Меня зовут Роман Варшинидзе. Я журналист. И вот мне интересно, вот вы здесь собираетесь. Вас кто-то попросил, вас это Токмак просил об этом? Я сама лично решили, помогаю, да, ребенку. Ну а на каком основании вы собираетесь? Благотворительный фонд? Да, Боль сердец называется. Зайдите на Фейсбук. Ну мы, ну что на Фейсбук? Вы каким образом к этому Боль сердец относитесь? Как вы это, кто в этом образом? Благотворительном фонде? Волонтер я в этом благотворительном фонде. Ну как это подтверждаете, что вы волонтер? Ну как я вам должна? Ну я же не знаю, но в благотворительный фонд существуют какие-то уставные документы, да? И люди, которые там являются членами благотворительного фонда, как-то оформлены мне. Ну а да? Есть люди, которые помогают, это от чистого сердца. Ну поймите, просто так помогать, благотворительные деньги у собирать. У меня есть квитанции даже. На что? На что? На ребенка, который я пересылала. Ну, вы собираете деньги на карточку приватбанка, да? Да. Благотворительный фонд же не имеет счета своего. Имеет. А почему вы собираете... Филипп Анатольевич, наш руководитель. Не, подождите, а на ком основании вы... Не, подождите, почему вы не собираете деньги на расчетный счет? Благотворительного фонда. Это карточка частного лица. Но на ком основании? Деньги, поступающие на частное лицо, это доход, понимаете? Да. И надо их облагать налогом. Потому что для того, чтобы не облагать налогом, нужно собирать на расчетный счет благотворительного фонда. Да? Угу. А на ком основании вы это делаете на счет... карточку частного лица. Я так не имею права. Не имеете, конечно. Это запрещено законом. Понимаете? Я не знала об этом. Ну как это не знаю? Ну вы мне извините, я сейчас возьму свою карточку, я собираю деньги для кого-то. На каком основании? Существует благотворительный фонд, у него есть расчетный счет. Знаете, там есть ИБАН, ЮА, цифры. И вот на него можно собирать, а вы собираете на частные деньги. Вообще это благотворительный фонд, ну... Боль сердец называется. Ну... Заклеенные за лент, вы взяли какую-то ленточку. Я тогда не буду собирать деньги. Ну значит не будет. Вы мне извините, вы получается какими-то мошенническими действиями занимаетесь. А как вас зовут? Жук и Лена Михайловна, да? Да. Ну вы к какому в этом благотворительному фонду какое отношение имеете? Вот я вы... просто помогаю чисто по-человечески. Ну поймите, без денег, да? Без денег. Ну как вы сюда приехали за чей-то счет? Я за свой счет приезжаю, у меня есть свои личные деньги. Откуда они у вас? Как это откуда? У меня есть семья, у меня есть... Я не вру. Ну, смотрите, что ж, вы свои личные деньги, да? Бесплатно стоите, свои личные деньги тратите, чтобы здесь сюда приехать? Я чисто по-человечески помогаю. Откуда вы берете личные деньги? Вы зарабатываете где-то? У меня есть семья. Ну, у меня есть родители, которые мне помогают. Вас содержат родители? Да. Вы же взрослая женщина. Я взрослая женщина. И как это вас содержат родители? Объясните мне. Ну а как содержат родители своих детей? Скажите вы мне. До 18 лет. Ну до 18. А дальше? Всю жизнь не помогают родители своим детям. Помогать и содержать это разные вещи. То есть получается вы сейчас, ваши родители пенсионеры, да? Не пенсионеры еще. А кто они? Ну, еще далеко не пенсионеры. Работают, а вы стоите... Кто вас сюда привез? Вы никто меня сюда не привез. Я приехала сюда на автобусе. На маршрутке? Да. А что вот вы выбрали Овидиополис всего? Ну, просто мы с одной женщиной уже поняли, тут чисто мошенническая схема. Когда мы выставили этот репортаж, мы нашли реальную благотворительную организацию, которая реально собирала на этого ребенка и нам сказала: Роман, эти деньги уже закончены, сбор год назад.
А эти люди берут документы эти и продолжают, типа, мы волонтеры. Откуда мы знаем, куда вы эти деньги? Значит, просто меня обманываешь, я больше не буду собирать. Ну, я тоже так думаю. Ну, откуда мы знаем, куда деньги эти идут, вы понимаете? Слушайте сюда, если я помогаю ребенку, как должно это все выглядеть, как должно все это быть? Благотворительный фонд должен получать деньги на свой расчетный счет. Нет, пускай должно облагаться налогом. Как правильно, если быть? Вы на свою карточку собираете, это облагается что налогом. Какой должен быть документ у меня, чтобы я могла иметь право стоять? Вы должны собирать деньги на счет благотворительной организации. Нет, если я вот стою, какой именно у меня должен быть документ? Пойдите в... Если будет доверенность от родителей, я имею право стоять? Нет. Тоже не имею права Вы должны стоять. Собирать на счет благотворительного фонда. Потому что доверенность фонда. У меня есть. Благотворительный фонд имеет расчетный счет в банке. Они оформлены как неприбыльная организация. И вы можете собирать деньги только на этот счет, не на счет частного лица. Понимаете? Потому что если вы собираете на счет частного лица, и не, как это потом проконтролировать, что эти деньги идут на благотворительные, они на благотворительные нужды, а не на частные какие-то Значит, разводят меня, а не... Возможно. Извините. Давайте, удачи. Мы будем вызывать полицию. Мы считаем, что это все мошенничество. Я не знаю, вообще какое-то наваждение этих благотворительных организаций поразводилось. Кто-то поорганизовывали, непонятно. Благотворительный фонд, а деньги собирают на частную карточку частного лица какого-то, там какой-то паспорт, непонятно какой-то мужчина. Я считаю, что нам на нашей полиции нужно на это уже обращать внимание, и с этими мошенниками нужно уже как-то бороться. Потому что они вводят в оману людей. Человек, может быть, искренне хочет помочь кому-то, да? Но где гарантия того, что эти деньги попадают этому ребенку? Я практически уверен на 100%, что эти все деньги идут на существование какой-то некой тайной организации, которая занимается этими всеми непонятными поборами. Роман Варшинин, Андрей Хлопчик, Альтернатива ОРГ.